здесь нравится, да? Нравится. Нравится. Что тебе нравится? Наука. Музыка, да? Музыка. Нравится музыка, молодец. С первого взгляда прибор напоминает обычный планшет. Работает он на платформе Windows, но есть и серьезное отличие. Девайс оснащен колонками и специальным программным обеспечением. С помощью него люди с нарушениями речи могут создавать различные словесные конструкции, которые тут же озвучиваются. Планшет Инди предназначен для альтернативной коммуникации. Предназначен он для людей любой возрастной категории с речевыми нарушениями, а также с людьми, которые имеют такие заболевания, как синдром Дауна, ДЦП, люди с интеллектуальными нарушениями. Также в планшете установлены программы, помогающие изучать буквы, слова и даже начальные математические понятия. Каждый урок можно составить, исходя из задач и потребностей конкретного ученика, записать и затем воспроизвести вновь. Пользовательская среда устроена таким образом, что занятия могут проводиться и в виде игры. Это кто у нас? Цыпленок. Цыпленок, молодец. Курочка, молодец, хорошо. Так. Несмотря на то, что оборудование является высокотехнологичным, интерфейс портативного компьютера интуитивно понятен. А потому специалисту не требуется проходить дополнительное обучение. Планшет с программным обеспечением стоит более 100 тысяч рублей. Для социального центра «Вера» сумма неподъемная. Но, как говорится, мир не без добрых людей. Этот аппарат нам подарили в рамках благотворительной акции, которая проходила у нас с декабря месяца по 7 января. В данном планшете авторское программное обеспечение, которое является действительно инновационным и способствует повышению эффективности нашей работы и работы нашего специалиста. Планшет выпускается в Швеции и активно используется в реабилитации людей с нарушениями речи по всему миру. Максим Козлов, Евгений Садовский, Ольга Садовская. Видное ТВ.